И волшебное утро, дорогие друзья! С началом недели. Для всех, кто ждал понедельника, он настал, поэтому начало недели – это всему голова. И мы должны начать неделю в бодрости духа, души и тела. Итак, мы начинаем со вдоха радости и счастья. Набираем полную хапку. Вдох. Потянулись, 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 задержали. Выдох. Еще раз взяли полную хапку радости, счастья этого утреннего дня. Потянулись, потянулись, животики подтянули. Держим, держим, держим. И на выдохе животик втягивается вовнутрь. Хорошо. И еще раз. И постоим. Тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся. И сегодня, друзья, у нас с вами йога смеха. Что же такое йога смеха? Это больше, чем просто смехозарядка. Это больше, чем просто посмеяться. Есть такая наука – гелотология. Это наука о оздоровительном влиянии смеха на организм человека. Поэтому йога смеха, она именно основана на научных данных. И поэтому йога смеха имеет свои правила. Выдох, да. Имеет свои правила. Ну и пока давайте немножечко с вами поразминаемся. Я буду рассказывать, какие же правила имеет йога смеха и зачем это нужно. Дело в том, что йога смеха усиливает кровообращение и поступление кислорода к мозгу, к сердцу и ко всем нашим органам. А теперь плечики, только у нас плечики, голова на месте. Да. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А теперь добавляем ножки. Раз, два, три. У нас вообще-то танцевальная гимнастика была вчера, в воскресенье, да? Но немножечко разминаюсь. Два, три, раз, два, три, да? Из королевской осанки назад плечи расправляем. Три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И за счет чего идет лечебное воздействие? Дело в том, что когда мы смеемся и правильно дышим, да, то у нас вместо 1 литра поступает целых 4 литра кислорода. И наши легкие при этом раздуваются, как 2 парашюта. Если при обычной смехозарядке, при обычном любом смехе, кинокомедию ли мы смотрим, в компании с друзьями, анекдоты слушаем, смеемся, мы дышим прерывисто, это 1 литр, да? То здесь что мы делаем? Ну, во-первых, мы смеемся на букву А. Да? Почему начинаем прокачку на букву А? Потому что А – это стартер. И легче всего воздух выходит именно с буквы А. И для того, чтобы он легче и больше вышел, мы широко открываем рот. А! Вот если кто-то из вас форум смотрел, вот был такой, знаете, международный форум, целых 3 дня шел, я ссылку в чате скидывала, там выступали разные эксперты из разных ниш. То есть самореализация, миссия, отношения, финансы, там, ну, разные-разные были темы. И вот выступала по вокалу девушка, которая рассказывала, да, как нужно держаться на сцене, почему нужно широко открывать рот, одевать улыбку. Я прям вспомнила наши правила, да. То есть она вот так открывает подбородок, и потом говорит, а теперь делаем улыбку. И добавляем улыбку. И дальше было такое упражнение. Да-да-да. То есть надо языком по небу доставать. И работает именно язык, то есть не челюсть. То есть если мы работаем челюстью, то у нас идет горловой звук. И когда мы выступаем на сцене, когда мы спикеры, то у нас вот больше мы говорим горлом. А если мы хотим не уставать, если мы хотим, чтобы наш голос был более мягким, бархатистым, да, чтобы мы не напрягали наши связки, то вот она давала специально такие упражнения. Давайте мы сейчас это с вами попробуем. То есть мы широко открываем рот. В йоге смеха это как раз то, что нужно, да? И при этом надеваем улыбку. И сейчас мы с вами будем говорить «да-да-да», но будем не челюстью говорить «да-да-да», вот так, не так.
А будем языком. Да-да-да. А челюсть будем держать. Итак, приготовились, открыли широко рот и надели улыбку. И... Да-д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 а. Вот все равно челюсть немножечко двигается, да? Мы упражняем, вот здесь разрабатываем наш язык. Да-д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 а. И чтобы это было не да-да-да-да, а вот у нее прямо это было четко-четко-четко. Поехали еще. И да-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 да. Я считаю, что у меня не идеально получается, да, и для меня это зона роста, есть чему еще учиться. А теперь то же самое делаем, только на-на-на. Приготовились, открываем широко и улыбку надеваем. На-н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 а. Как у вас получается? На-н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 а. А теперь меняем. Да-на-да-на. Да-на-д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 а-на. Итак, при йоге смеха мы надеваем улыбку, как очки, широко открываем рот и на букву А начинаем смеяться, делая вдох животом, вдох. И... И следующее правило очень важно. Мы стараемся смеяться громко. Ну, конечно, если кто-то на работе и неудобно, ну, уже смейтесь, как получается. Если есть возможность, включайте звук. Давайте включим звук. Взрослого уберем из себя, выключим этот ключик, далеко закинем и будем как дети, будем всегда радоваться. Итак, на букву А громко вдох. И... И следующее правило. Мы сейчас с вами будем смеяться долго. Почему долго? Потому что когда у нас звук заканчивается, а воздух у нас еще остается. И для того, чтобы потом сделать глубокий вдох и добрать вот те самые 4 литра, да, вместо одного, нам нужно выдох сделать полностью. И для этого мы, когда выдох делаем, мы уже шепотом смеемся, голоса нет, а мы смеемся, продолжаем беззвучно, чтобы у нас животик прям втянулся, втянулся ближе к позвоночнику. И когда уже совсем нет воздуха и начинаем задыхаться, вот тогда мы... Берем вот целую хапку огромную, да, жадно, жадно, вот эти 4 литра. Итак, приготовились, давайте возьмем смехомешочки, и сейчас будем смеяться с вами долго-долго и на букву А. Вдох. И я... О, вот так, да. И плюс мы еще добавляем тело в дело. Давайте сейчас смеемся заразительно, чтобы у нас смеялось и сердце, и печенки, и почки, и селезенки. Что у нас там еще есть в организме? Все-все, каждым сосудом, каждой косточкой, каждым суставчиком, каждой клеточкой. Приготовились, вдох. И... И смотрите, когда мы делаем вдох, наш животик надувается. Вот этот момент, он очень важный. Да, на это обращают внимание спикеры, на это обращают внимание вокалисты, и на это обращают внимание в йоге смеха. То есть правильное дыхание. Это не когда мы вот сделаете глубокий вдох, и многие вот так делать. Неправильно. Все, опустили плечи, сбросили. Да, и делаем плечи зафиксированы, делаем вдох животом.
Выдох втягивается животик. Еще раз вдох. Выдох втягивается. Вы можете лежа это делать. Положили книгу, допустим, на животик или какой-то предмет. И должна видеть, как он у вас двигается. Да. Вот, допустим, чтобы мне такое положить. Вот бубен положу, да? Так, чтобы вам было видно. Вот, а может быть, такую подушку счастья положу. Да. Вот, то есть мы делаем вдох, смотрите. Вдох. Выдох. Видно, да? Вдох. Вдох. Да. Ну или рукой фиксируйте и помогайте на выдохе, помогаете прямо животику втягиваться. И когда у вас тело запомнит, тело имеет тактильную память, то вы уже потом на автомате будете правильно дышать. И вот это правильное дыхание, да, вот нижней диафрагмы, оно поможет вам и спикером хорошим выступать, да, и голос наш беречь, вот эти вот все упражнения. Давайте мы сейчас разомнем наши губки, да, но проверим, как вообще они у нас сейчас, артикуляционный аппарат расслаблен или нет. Ну-ка. Обычно, когда не разработан, то не всегда у всех получается. Поэтому на, вот так на ямочки пальчиками надавили и делаем. Звук добавили. Хорошо. Пожевали. Верблюда. Хорошо, язычок. Так, так. Ага. Покусали язык от кончика к корню назад. Потянули к носику. Потянули к подбородку. Челюсть вправо-влево. Вперед-назад. По кругу. Другую сторону. Это и гимнастика хорошо для лица. В трубочку. Улыбка. В трубочку. Улыбка. Да. Да, хорошо, растерли ладошки. Да, наше тело молодое, наше личико красивое. Чем больше улыбаюсь, да, тем больше я стараюсь, тем лучше результат, да. И себя вот так вот с утра погладили, всегда сказали: «Доброе утро, красавица! Умница!» Да, наши волосики вот так. Хорошо, хорошо все размяли. Мои волосы шелковые, мои волосы густые, да. Ушки хорошо, хорошо размяли. Пальчиком прошлись по всем вот этим извилинкам, да. Покрутили вперед. Покрутили назад, поиграли на гармошке, да. И разогнали лимфу. Кто помнит, это против второго подбородка, да. Хорошо, молодцы. И сейчас мы с вами будем пить, что коктейль радости, метафизика рулит. Итак, мы берем один бокал, второй бокал, сюда набираем радугу счастья, сюда набираем здоровье, отличное настроение, радость. И начинаем все это смешивать. Наклоняемся. И пьем и смеемся. И наполняемся радостью, энергией. Здоровья, счастьем. Бочку берем и побольше сюда еще набираем счастья, здоровья, энергии, изобилия, процветания. Берем эту бочку и на себя. И растираем вот такой волшебный коктейль, да, такой вот. У нас получился оздоровительная эмульсия такая, да.
такой массаж, запускаем энергию, да. Вообще смехомассаж у нас был в пятницу, где мы больше уделили внимания. Я так, знаете, прокачала на нашем смехомассаже, прямо вот потом в душ пошла, мне казалось, больше, чем после разминки в физзале. Настолько вот прям вся вспотела, смехомассаж — это очень тоже хорошая вещь, но мы там уделяем внимание уже в другой день больше. А на йоге смеха, ну, всего немножечко по чуть-чуть, да. Отдельно у нас будет звукотерапия и дыхательные практики, может быть, завтра уделим внимание, потому что в одну тренировку всему уделить, конечно, сложно, поэтому наиболее прокачиваем все в разные дни. Сегодня общее. Вот так, запустили, животик снизу вверх. Да, о, хорошо. Ну и идем в душ. Включаем смеходуш, надо теперь все это смыть, да. Включаем и купаемся. Ой, хорошо. Ой. Вот где если стесняетесь, где смеяться, так это в душе, вас никто не слышит, вода бежит. И вдруг пошла холодная вода. Ой, холодно! Включаем потеплее, пошла горячая. Выруливаем пять, выравниваем. И на друг друга. Берем смехомочалку, смехомыло, намыливаем и себя растираем. И подходим, где у нас ведерко такое висит, за веревочку дергаем. И желаем всем счастья и здоровья, из ведра вода на нас. И... И в йоге смеха есть такая международная считалочка. И хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, да, хорошо, хорошо, да, лучший день, да. И мы подходим к большому интересному такому дереву, тянемся, тянемся и пытаемся оттуда что-то сорвать. Банан чистим. Смеха банана. Вкусно, давайте еще подтянемся, подтянемся, подтянемся. И он такой маленький, давайте попробуем. И кислый, смеемся на букву И. Как лимон. Давайте потянемся еще. И за что-то мы схватились. Ой, ой, тяжелый. Тянем. Чистим. И поднимаем и пробуем на букву О. И отлавим мякиш этого большущего смеха банана и кидаемся, как снежки. А вы в меня кидайте. А не выйти ли нам на улицу не поиграть настоящие смешки? Смешки! Одеваем валенки.
Тулуп, застегиваем все, перчатки, шапку, выходим, выходим, а на улице много-много смеха, снежного смеха, да, и мы с вами начинаем этот снег сгребать, 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 и катаем снежную бабу, да, катаем вначале один снежный ком, уплотняем его, ой, устали, жарко, сели на него, а он развалился. И заново все сгребаем, уплотняем, 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 и собачка прибежала помогать, да, тоже. Так, теперь второй тоже катим, катим. Поднимаем сверху. Берем морковку. Улыбочку рисуем. И два уголечка. И берем ведро. И сверху ставим. Но столько снега, и мы с вами начинаем играть в снежки. И прям целую пригоршню снега. И вот так вот там друг друга. И жарко становится, шапку это снимаем, шар все раздеваемся, жарко. И на друг друга вот так. И прям берем пригоршню такую побольше на друг друга. Смеха снега. И давайте покатаемся на лыжах. И одеваем на одну ногу лыжу, на другую лыжу. И берем палки. И поехали. Работаем, работаем и смеемся. И с горы. И упали снег. И как белые мишки. Все в снегу, медвежата белые. Отрякиваем тут. Ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо, да, лучший день, да, потянулись. Щеки у всех красные, жаром от всех пышет. Вдох. Ой, в здоровом теле, здоровый дух, как важно каждое утро гулять на свежем воздухе, заряжаться природной энергией. Знаете, друзья, почему йога смеха? Потому что йога — это про дыхание, про даяма, потому что воздух для нас самое главное. Поэтому всегда утром гуляйте, вечером гуляйте, когда мы делаем наши смехоразминки. Открывайте форточки, уходите куда-то на улицу, оставляйте открытыми форточки, проветривайте воздух, это номер один для жизнедеятельности человека. Ну, давайте немножечко еще с вами подкашляемся, есть такой инструмент йоги смеха, да? Сам смех здесь как инструмент, вы понимаете, то есть мы обращаем внимание на правила дыхания во время смеха, да? Второй инструмент — это откашливание, потому что за ночь у нас скопились разные ненужные залежи, ну и также это постковидная реабилитация, пусть там будет туберкулезная, простудная и так далее. Поэтому откашливаемся, сплевываем обязательно, и вдох, и тоже длинный выдох. Продолжаем. Кашляем, кашляем, вдох.
Длинный, длинный выдох, вдох. Если в процессе любых упражнений вы чувствуете, что вам нужно откашляться, обязательно это делайте. Выходит слизь, выходит мокрота, и это здорово. И третий инструмент йоги смеха какой? Это, конечно же, звукотерапия. И здесь мы тоже следим за нашим дыханием. Звукотерапии и дыхание у нас есть отдельно, прям полностью посвящено. Ну, йоги смеха мы все делаем по чуть-чуть. Да, давайте сделаем. Кругленький животик наберем воздуха и на букву А. Обязательно смотрите, чтобы ротик широко был открыт и чтобы была улыбочка, да? И длинный-длинный-длинный выдох. Так, теперь на букву О вдох. Да, до конца выдыхаем. Теперь М добавим. Ом на носочки вдох. Выдыхаем. Да, до конца выдыхаем, хорошо. А, О, У, вдох. Хорошо, молодцы. А, О, У, Э. Давайте громко тоже. Все те же самые правила. На улыбке, широко открыв рот. Только мы уже прогрели наше горлышко. Все было у нас на букву А. Теперь на разные буквы. Давайте, буква Э. Вдох. Э. Охапку воздуха, полный легкий набираем. Звук И, вдох. Можете разные брать, не обязательно ту же тональность, а более высокую, низкую, экспериментируйте, тянем, 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 тянем до конца, чтобы полностью животик втягивался на выдохе. Даже когда звука нет, мы беззвучно выдыхаем, и потом... Раскрываемся, набираем охапку воздуха, новую порцию. Хорошо, буква И. Вдох. И. Ну и теперь букву Я с радостью, да? Что значит Я? Это не последняя буква в алфавите. Я — это личность, Я — это лидер, Я — это победитель, Я — это достигатор, да? И сейчас вот именно с этим утверждением громко букву Я, вдох. Я! Oh.
Ну, друзья, теперь мы с вами прокачали разные буквы, и давайте теперь с вами посмеемся на эти разные буквы. Включайте микрофоны и смеемся на букву А, на О, и пока не отключится, отключится, продолжайте еще смеяться и заряжайте этот день позитивом. И вдох, поехали, включаем камеры, звук, и... Водичку надо пить, пить обязательно. Завтра обязательно приходите, в это же время у нас будет классно такая смеха, разминка.